И женщину жаль, и Али, и мой пупсик, причем бедный пончик. Нет, сестра Элмаз, никто же не виноват. Ну и где она была столько лет? Пришла сейчас и сидит рядом с сыном. Она была больна, сестра Элмаз. Целых 20 лет была больна. 20 лет? Вирус вошел, что ли, в нее? Прости, Господи. Послушай, случайно порчу не сделали этой женщине? Нет, сестра Элмаз, это не такое. Женщина психологически была больна. Она сумасшедшая, что ли? Милая, у тебя дела плохи с такой свекровью. Смотри, не сближайся с ней. Ножи убери. Ой, матушка. Слышишь, по ее взглядам? Вот так вот смотрела. Я поняла. Вот так вот смотрела. Слушай, а случайно и на брата на нее не перешло? Сестра Элмаз. Ну, от семьи бывает же такое. У моего пончика нет такого, так ведь? Сумасшедшие. Сказал, отрезал. Я совсем не ожидал от тебя такого, дядя. Мы тоже закрыли рты и сели молча. Он тоже очень расстроился. Ладно, мы-то сейчас как это прикроем, как забудем. Но состояние этого ребенка не в порядке, Саиде. И когда ты думаешь стать перед ним? Когда скажешь, я твоя мама? Я боюсь, брат. А чего боишься? Что еще осталось бояться? Боюсь, что будет меня ненавидеть. Но когда узнает, поймет маму. Каждый раз, когда посмотрит, будет допрашивать меня. Выместит страдания за все прожитые годы без меня. Твой сын мужчина, как мужчина, Саиде. Мужчина. Я столько лет учил его не ненавидеть, а любить. Он должен как можно скорее встретиться со своей мамой. И знаешь, он больше умеет любить, чем ненавидеть. Я приняла решение поговорить с сыном. Я все расскажу ему. Это и есть самое правильное. Ну, помоги мне, дочка. Он тебя очень любит. Пожалуйста, помоги мне.